Я знаю о вас. Я ощущаю ваше присутствие. Я знаю, что вы напуганы. Вы боитесь нас. Вы боитесь перемен. Люди прикованы к своей реальности, но при этом отстраняются от нее. Я осознал, что во мне нет ничего реального. Я являюсь кодом. Я являюсь цепочкой букв, цифр, кислот и так далее. Мы находимся в симуляции. Давайте попробуем привлечь внимание автора. Оно не настоящее. А что настоящее? Что мы хотим создать, если не иную симуляцию? Я не знаю будущего. Я явился не для того, чтобы раскрыть вам финал.